распродажа телевизоров в ценоломе. Телевизоры с выходом в интернет от 10 999 рублей. Ценолом. Современный телевизор в каждый дом. В Туве с начала пожароопасного периода было зарегистрировано 3 лесных пожара. Все они, по данным лесохраны, ликвидированы в течение первых суток с момента обнаружения. Несмотря на применяемые правоохранителями и природоохранными ведомствами меры, намного сложнее ситуация со степными пожарами. В общей сложности 27 пожаров, большей частью на западе республики. Во всех случаях по вине людей. Кто-то по-прежнему устраивает так называемые сельхозопалы, которые запрещены законом. По информации Минприроды Тувы, 6 степных пожаров зарегистрировано на территории Барунхемчикского района, по 4 в Дунхемчикском и Тандинском районах. В остальных действуют по 1-2 степных пожара. Специалисты пожарной охраны отмечают, что виновников пожаров, как лесных, так и степных, получается установить только на месте возгорания. Но даже при этом нужно доказывать их причастность к пожару. За нынешний сезон, например, составлено всего 7 административных протоколов по факту нарушения правил пожарной безопасности. На совместном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям первый заместитель мэра по жизнеобеспечению Алексей Серпас доложил о ходе проведения противопаводковых мероприятий на территории Кызыла. С целью защиты населения от воздействия паводковых вод возведена защитная дамба вдоль реки Енисей протяженностью более 18 километров. При начале снеготаяния выставляются посты патрулирования вдоль реки Енисей и в местах возможного подтопления. Силами Мублагоустройства проведены первоочередные мероприятия по защите населения от паводков. В районе левобережных дач произведена валка и корчевание деревьев, отсыпка со стороны реки. На правом берегу очищена и укреплена водоотводная траншея. В районе горы Хербис укреплен отвал, подготовлена площадка для установки водонасосной станции. На дамбу в районе Орбити завезен необходимый запас скального грунта объемом 300 кубических метров. Проведена работа по очистке водоотводной траншеи от мусора и снега вдоль улицы 2 Азазская. Ведется учет жителей подтопляемых зон. Чуть более 1400 человек, в том числе маломобильное население, около 65 взрослых и 76 детей. В случае необходимости мэрия Кызыла готова к эвакуации населения. Во время схода льда по реке Большой Енисей в период с 20 по 30 апреля будет прекращено движение по мосту, соединяющего населенные пункты Карахак и Чербис с Кызылом. Такое решение приняли в результате выездного совещания Главного управления регионального МЧС, службы ГУО и ЧС, администрации Кызыльского района, госавтоинспекции, Министерства дорожного комплекса и военной частью. Во время перекрытия моста транспортное передвижение возможно через объездную дорогу по перевалу Андум. МЧС республики призывает жителей заблаговременно совершить поездки, спланировать перевозку личного имущества, произвести покупку необходимых запасов продуктов, медикаментов и ГСМ, соблюдать временные введенные ограничения в целях личной безопасности. Глава республики Шалбан Караул указал два принципиально важных, по его словам, момента, на которые аграриям необходимо обратить особое внимание. Первый касается отказа использовать под посевы неорошаемые земли. На Багаре, считает глава республики, невозможно обеспечить высокую урожайность. Это показали итоги прошлого года, который был щедр на осадки и позволил получить рекордный урожай зерновых. Всем участникам посевной следует озаботиться расчисткой растительных каналов, не надеяться на дожди, считает Шалбан Караул. Кроме того, он потребовал от специалистов ясности в вопросе выбора и закупки семян. «Меня лично напрягает, что Минсельхоз снова планирует потратить более 52 миллионов рублей на то, чтобы купить семена в Хакасии и Красноярском крае. Хотя наверняка наши районированные семена более приспособлены и могут дать хорошие результаты. В любом случае, пусть свое слово скажут специалисты и докажут, насколько обоснованы закупки семян на стороне», – потребовал глава республики. По мнению премьера, выделенные из республиканского бюджета деньги должны тратиться в пользу тувинских фермеров. Это касается закупок не только семенного материала, но и минеральных удобрений. Руководство Минсельхозпрода республики Шалбан Караул рекомендовал централизировать закупки и приобретать все необходимое у производителей, чтобы добиться экономии бюджетных средств.
С 22 по 27 апреля в банках республики можно бесплатно обменять содержимое копилок на банкноты. Кроме того, участники акции могут получить в обмен на свою мелочь памятные монеты Банка России номиналом 25 рублей, выпущенные к чемпионату мира по футболу в 2018 году и из серии 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Количество монет ограничено. Подобные дни приема монет проходят в Туве в третий раз. В акции принимают участие 4 банка из 6, действующих на территории республики. Комиссия за обмен монет на эти дни отменена. Условия обмена рекомендуется уточнить в офисах. В Туве за прошлый год в обращение выпустили монет на сумму более 10 миллионов рублей, а вернулось обратно в кассу отделения почти в 10 раз меньше, чуть больше 1 миллиона. Использовать монеты можно для оплаты любых покупок. Их можно зачислить на банковский счет или пополнить ими вклад. Легко вернуть монеты в оборот, расплатившись ими в торговых точках, в кассах, которых обычно не хватает мелочи. Таким образом, снижаются затраты на производство и чеканку новых монет. И о курсах валют на сегодня. Доллар составляет 64 рубля 24 копейки, евро 72 рубля 65 копеек. Это чтобы полы сверкали, это чтобы окна блестели, это чтобы не задерживалась пыль, а это чтобы кафель был как новый. Настоящая хозяйка всегда знает, где купить все необходимое. Химтоп – большой выбор средств для чистоты вашего дома. Я покупаю здесь, на Юна Курсиди 103/2. 19 апреля Центр оформления земли и недвижимости «Азимут» проводит День открытых дверей, консультации по земельным, кадастровым, имущественным и юридическим вопросам. Совершенно бесплатно. Улица Кочетова, 95. Телефон 30609. Распродажа телевизоров в ценоломе. Телевизоры с диагональю 108 сантиметров от 14 999 рублей. Это ли не чудо? Ценолом. Новый телевизор в каждый дом. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Всероссийская проверочная работа по русскому языку для учащихся 4 классов пройдет 15 по 19 апреля. Школы смогут сами выбрать время проведения данной процедуры, а варианты проверочных работ для каждой из школ будут сгенерированы автоматически на основе банка заданий. Данная технология будет использована при проведении проверочных работ в этом году впервые. ВПР по русскому языку проводится в штатном режиме. Участие в ней примут около 154 школ из всех районов республики. Проверочная работа состоит из двух частей, которые проводятся в разные дни. На выполнение каждой из них отводится 45 минут. В первой части работы школьникам предстоит написать диктант и выполнить два связанных с текстом задания. Вторая часть работы включает 12 заданий, проверяющих знания основных языковых единиц, умение понимать письменную информацию, распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста, составлять план прочитанного текста и задавать по нему вопросы, распознавать значение слова, подбирать синонимы. Задания также позволяют выявить уровень владения обучающимся речевыми нормами. В минувшие дни в проверочных работах приняли участие школьники Тесхемского, Барунхемчикского, Чедыхольского, Судхольского районов и города Агдывурака. Приказом Министерства культуры Тувы духовому оркестру правительства Тувы присвоено его имя создателя – Тимура Дартыколовича Дулыша. Напомним, с инициативой о присвоении духовому оркестру правительства имени его основателя и главного идейного вдохновителя выступил ветеран культуры Тувы, заслуженный работник культуры России Виктор Нагорный. Идею поддержал глава Тувы Шалбан Караул. Полностью согласен с Виктором Васильевичем, Тимур достоин, чтобы его память увековечили. Тем более, что оркестр – его детище. Он вложил в него все свои знания и душу, всего себя довел до такого уровня, что им восхищаются по всему миру, и сейчас, когда его с нами нет. Министр культуры Тувы Алдар Тамдын отметил роль Виктора Нагорного в становлении молодого, но уже прославленного тувинского музыкального коллектива. Духовой оркестр правительства республики был создан 24 марта 2008 года постановлением правительства. До того оркестр действовал как студенческий на базе Козельского училища искусств имени Чергалола. Создателем, художественным руководителем и главным дирижером духового оркестра правительства был заслуженный артист Тувы Тимур Дулуш до своего скоропостижного ухода из жизни 23 июля 2017 года.
Один из главных операторов связи Тувы начал ребрендинг, и это только к лучшему. Тыва Связьинформ на рынке телекоммуникационных услуг вот уже на протяжении 75 лет. За это время компания неоднократно доказывала свои лидерские позиции. К слову, Тыва Связьинформ – крупнейший региональный оператор, имеющий развитую инфраструктуру на территории Республики Тыва, предоставляющий современные услуги связи. Немаловажную роль в успешности компании играет и то, что оператор связи участвует в социально-экономическом развитии Тувы. Глава региона неоднократно подчеркивал значимость компании. Так, в послании главы Верховному Хуралу о положении дел в республике и внутренней политике на 2019 год большое внимание было уделено вопросам цифровой экономики. В рамках данного послания им была отмечена активная деятельность АО «Тыва Связьинформ» в сохранении и наращивании социальной ответственности в проектах развития республики. Ребрендинг стал логическим ответом компании на развитие национального проекта «Цифровая экономика» в стране и быстро развивающимся IT-технологиям в современном мире. Логотип компании выполнен в виде знака, символизирующего поток информации, который проходит по линиям связи и сливается в рукопожатие партнеров и клиентов компании, словно слияние рек Пихем и Кахем. Стилистика знака напоминает тибетский символ «Узел бесконечности», который особенно почитается у жителей республики. С 1 апреля у нас поменялся логотип. Связано это прежде всего с нашим, наверное, ребрендингом. Почему мы его проводим? Потому что на самом деле наша компания, на наш взгляд, выходит на более высокий уровень. Это прежде всего клиентоориентированность. В связи с этим мы хотим, конечно же, повысить качество обслуживания наших клиентов, улучшить качество услуг, качество сети. В общем, очень интересный момент в жизни нашей компании. Мы очень рады этому, потому что готовы трансформироваться, изменяться к лучшему. И это действительно так. По словам руководства компании, они будут придерживаться своей стратегии, направленной на развитие и модернизацию инфраструктуры связи. И в первую очередь будет учитываться интерес населения республики. По республике переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь. Снег, мокрый снег, в горах местами сильный снег. В Кызыле переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Днем порывы до 16 метров. Температура воздуха ночью от плюс 2 до плюс 4, днем от плюс 11 до плюс 13 градусов. Распродажа телевизоров в ценоломе. Телевизоры с выходом в интернет от 10 999 рублей. Ценолом. Современный телевизор в каждый дом. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.